25 августа мы узнаем имя того, кто отправится представлять Беларусь на детское Евровидение 2017. Ну и, как всегда, зрители будут голосовать и выбирать своего представителя. Ну а для того, чтобы вы лучше узнали финалистов, конкурсантов, мы приглашаем их в прямой эфир в программу «Доброй раницы, Беларусь». Беседуем, общаемся. Сегодня к нам пришел дуэт, который выступит под номером 7. Прелестные могилевчанки, могилевские звездочки. У вас прям там питомник какой-то талантов, ей-богу. Настя Дмитрачкова и Арина Пехтерева, как говорится, запомните их имена. А также педагог по вокалу, не менее знаменитая Татьяна Галиновская. Доброе утро. Доброе утро. Вот сразу же вопрос, давайте с Татьяны начнем. Вот смотрите, Татьяна, вы педагог по вокалу Маши Могильной, победительница детского фестиваля на Славянском базаре в Витебске. То есть у вас уже целая россыпь маленьких звездочек, да? Признанных. Признанных. Как, это какая-то методика есть своя? Или как вы просто... их отбираете, как вы готовите, где вы их берете? Ну, что значит беру? Они приходят ко мне, и начинается очень они большая работа. Они все талантливые приходят? Или все-таки отбираете кого-то? Более-менее. Нет, ну, смотрю, конечно, чтобы ребенок был, главное, эмоциональным. Это самое важное. Вот. А голос, слух, это все развивается. Ну, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени. Но вот у этих детей получилось, и у Маши вот в большей степени. Они, ничего себе. И они потрясающе вышли на такой уровень. А почему решили такой создать дуэт? Ведь девчонки вроде бы как бы... сольные. Да, и они сами по себе ведь прекрасные солисты. Да, у них есть свои уже, свои истории, так сказать, свои победы. Арина постоянно гран-при у нас со всех конкурсов привозит вот последний год 10 гран-при. Настя у нас в «Голос дети» снималась, и снималась также в российских фильмах. Кино снимается Настя. У них уже собственные есть истории, но мы решили их объединить, вот, но сделать акцент на том, что они разные, но их объединяет музыка, их объединяет еще то, что они дружат, и то, что они в одном классе учатся. А, вот так. Потрясающе. Да. Может, вы еще и за одной партой сидите? Не сидели? Нет. Настя, Арина, как вам вместе? Комфортно, удобно или все-таки лучше было бы сольно выступать? И сольно, и дуэтно хорошо. Дуэт как бы развивает слух, если, то есть, первая партия есть и вторая партия. Это обязательно дуэт, тоже, да, хорошо. Так поется? Да. Желательно. Да, хорошо. А скажи, пожалуйста, Настя. Ну, сольно тоже хорошо, но мне кажется, дуэтно больше опыта, потому что там, если петь двухголосие, то это тоже интересно. Первый голос, да, это первый голос, он легче, чем второй. Второй это... Первый как-то красивше, как-то вроде мелодия такая, а во втором уже там надо витиевато. Второй сложный. Но второй это не значит, что... Последний по месту. Второй, нет, значит, конечно, моя дорогая, ну значит, что как бы тебе больше дается. Девочки, запомните, нельзя быть ни первой, ни второй. Нужно быть только единственной. Только. И в жизни, и на сцене, и везде. А тебе, милый, как лучше, в дуэте или сольно? Света, мне очень хорошо работает сольно в дуэте с тобой. Спасибо, вот прекрасно. Вот. Давайте поговорим о песне. Да. Музыка «Вселенная» называется песня. Да. Кто ее автор? Кто написал? Автор Денис Маненок, могилевский наш автор, автор музыки. А текст, как мы не заказывали у всех поэтов, у нас ничего не получалось, потому что кто как не я знает этих девочек. Короче, я написала текст с нашим хореографом Олесей Ткаченок. Девочки, естественно, нам помогали. Мы текст создавали именно под них. А, вот так. И он долго создавался, очень долго. Музыка сразу, а текст очень долго. А вы, вы высказываете какие-то недовольства, например, по поводу музыки? Ну, здесь повыше, здесь пониже. Здесь вот это слово поменять на другое слово. Или вот как вам дали, вы так и поете. Ну, не как дали. Мы можем даже изменить, сказать, как нам больше нравится. Да. Ну, ага. Иногда прислушиваемся. Да, иногда конечно, конечно. Они же исполнители. Ой, ну так хочется уже услышать, очень, очень. А хочется. Вот 25 числа вы как-то сделаете упор исключительно на исполнение, либо же там какое-то шоу будет, что? Петь, плясать, там, тролля. Нет, акцент делается именно на двух девочек, девочках, на их энергетике, на их индивидуальностях, да. И вот эти, как эти индивидуальности объединятся, вы все увидите. Слушайте, давайте предлагаю дать пару минут на подготовку. За это время расскажем вкусный рецепт мы для всей семьи. А потом уж услышим, потому что я вот предвкушаю. Прям вижу в ваших глазках озорных, что-то сейчас будет. Спасибо. Что-то сейчас будет. Давайте.